Всем привет! Предлагаю такую вот незатейливую игру под названием Spacey. Здесь смысл игры очень прост. Здесь надо взять в аренду абсолютно бесплатно, без каких-либо вложений, робота взять и ходить с ним 1,5 километра в день. Вот. И впоследствии, после этой прогулки, ответить на вопрос по статье, которую вы прочитаете. Вот. Здесь можно бесплатно взять робота в аренду, где вы будете получать 60, до 60%, а 40 будет идти тому, у кого вы взяли этого робота, но зато это вам обойдется абсолютно бесплатно. Смысл игры в том, что робот приносит XP, так называемый, который впоследствии можно обменять на деньги. Вот у меня робот Model S есть, три робота, вот таких, я их сдаю в аренду. И как бы они мне приносят доход, но доход пока что тратится. Вот видите, у меня седьмой уровень, восьмой уровень роботов. И всего 40 уровней робота, и автоматически XP тратится на повышение уровня робота. И чем выше уровень, естественно, тем больше приносится XP. То есть на 40 уровне, если посмотреть маркет, вот Model S стоит $10. Это вложение за каждого робота $10. Можно получать максимально $1,48 или 24 XP в день. То есть если купить робота за $10 и развить его до 40 уровня, вы можете получать $1,48 в день. Вот, либо купить за $100 робота и получать на 40 уровне $14,81 в день, что очень приличная, в принципе, сумма даже для развитых стран. Вот. Все, что надо, это ходить с ним 1,5 километра, можно просто по квартире прохаживаться. Вот. Есть более дорогие уровни, но это для буржуев, у которых много денег. $1000, $10 000 робот. Здесь доходность может достигать $1500 в сутки. Но это фантастика, и по статистике игры пока таких мало. Но как бы игра привлекает тем, что совмещает в себе и возможность двигаться. То есть если ты ходишь или бегаешь ежедневно, то тебе как бы польза идет и в деньгах, и в том, что ты двигаешься. Вот. Можно абсолютно бесплатно участвовать. Но эта игра встроена в кошелек. Кошелек, вот вернуться в кошелек нажимаешь. Вот, это обычный криптовалютный кошелек, которым можно пользоваться. Не забудьте записать слова, сид-фразу, чтобы не потерять потом ваших роботов. Вот, запишите, лучше сохраните где-то на флешке и пользуйтесь кошельком криптовалюты. Можно пополнять, снимать в интернете деньги. И можно играть просто, нажав сюда на Spacey, входишь в игру и играешь. Вот. При регистрации вы обязательно укажите код, чтобы войти в мою команду. Код вот в правом верхнем углу экрана, либо на экране ТикТока. Всем хорошего дня и играйте в игры.